Едем в Африку, в Австралию, в Бразилию. Обычно с самолетами и режем по воде. Но если вы котенок, и вас зовут Василий, то лучше, чем Воронеж. Нет города нигде. Всем привет. Надоело мне сидеть на даче, ничего там не клюет у нас. А вообще, как каждая рыбалка, это рыбалка одной поклевки. То есть будет поклевка, не будет поклевки. Можно проплавать полдня и вообще ничего не увидеть. Но решил развлечься, половить окуней. Надо же кошек кормить своих. Погнали. Спиннинг у меня, как обычно, для таких развлечений. Это Crazy Fish Nano One SE до 2,5 грамма. Так, тут у нас замечательный мостик, который латают постоянно, по которому ходить стрёмно. Ну ничего. А вот одна из моих любимых точек. Опа! И сразу поклевка. Вот она. Кто молодец? Валер молодец. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Потемнее поставить, что ли? Оп. Погнали наши городских. Опа. Вот он. И сразу поймал. Все-таки в чистой воде цвет имеет значение. В прозрачной, в такой вот. Потому что, казалось бы, я же поставил это просто более темный. И тут же поклевка, сразу же поклевка. Опа! Кайф! Кайф! Такой даже кошкам брать стыдно. Они меня засмеют. Скажут, ты что нам привез вообще? Я вот думаю, может, мне укрупниться. Потому что я ловлю очень мелкой приманкой. Вот, и всяко пока мелочь клюет. Сейчас попробую, может быть, поставлю грамм, вот, или что-то около грамма, и приманочку чуть покрупнее. Ну, вот поставил на граммовой голове, вот такой вот. Попробуем. Опа. Опа. О. Это уже такой микроджиг. Это нано-джиг получается у меня. Это не мормышинг. Опа. О. О. О, это у нас вот эта речка, это такой полигон зимний. Она почти не застывает. И зимой, в общем-то, когда оттепель, на ней практически всегда есть открытая вода. И можно ловить. Прям под берегом клюнул, стянул приманку. Какая забавная у нас ловля. Я фактически сейчас даю упасть на дно приманки и немножко по дну ее так слегка раз подкину и опять даю на дно упасть. Вот, оп, и поклевка была только что. Оп, вот он, видите, надоел, доел.
Многие мне, кстати, в комментах писали, что вот у тебя какие-то рыбалки, видео сплошные, тесты. Нет бы, как раньше, просто душевно посидеть у воды, что-то половить. Вот, пожалуйста, никакой рекламы, душевно ловлю, хожу у воды. Прекрасно, прекрасно. Тут, кстати, запросто и щука может быть. Она тут есть, в этой речке, щука. А вот все равно поклевок больше, когда ловишь сидя. Стоя хуже. Вода чистая, все видно. Опа! По дну, еле-еле. Вот прям упала, и я так чуть прям пошевелил. А он, зараза, берет. То есть получается, я прям вот падает на дно. И прям буквально вот, вот так с мандражой так ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту пошевелить, прям, чтобы он немножечко по дну прополз, как бы так вот такими движеницами. И вот в этот момент поклевка. Я, кстати, про спиннинг, про катушку, я в прошлых видео уже все рассказывал, много раз это было, то есть я рассказывал. Что за катушка? Тут Дайва Экзист Стиз 2506. Про палку тоже рассказывал. Единственное, что здесь новое в моем комплекте, это шнур. Я, поскольку не так часто ловлю вот этими всеми мормоделами, мормышингом, там, нано-джигом, редко ловлю, поэтому загоняться на супер-пупер дорогие шнуры, вот я, честно говоря, никак не решусь. То есть люди покупают дорогущие там дуэлевские шнуры, там по 3000 рублей. Я не знаю, меня как-то жаба поддушивает. Я вот взял тут в магазине, в Ифмаге у ребят на пробу вот такой шнур. Вот такой вот. Я ссылочку оставлю в описании. Это Касадака. Супер Лайт, Ультра Лайт Про, четырехжилка. Они заявляют, что она, это, господи, сколько? Короче, они заявляют, что она супер-пупер, прям тонкая-тонкая-тонкая, четырехжилка. Я уже даже не помню, сколько она там, 0,08 у них там или 0,05. Я не знаю, это вообще, вот что-то тут, я даже на коробке ничего не вижу, но я потом в описании выложу. Но самое главное, здесь цена, посмотрите какая. Видите? Вот за эту цену мне жаб не душит, если даже и он не попрет, умрет быстро, ну и умрет за эти ценник, вообще пофигу. Но самое смешное, что вот я сейчас кидаю, и я начал с груза 0,5 грамм, с маленьким вот этим полярисом, и я на этом шнуре вот эту речку перекидываю, приманку. То есть для начинающих мормышеров, скажем так, для тех, кто хочет попробовать, я считаю, вполне отличный шнур, то есть в том плане, что не жалко попробовать взять. Я вот сам вот пока что буду им ловить. Специально не выкидывал, специально, чтобы показать. Потому что я сам потом завтра забуду о том, чем, каким шнуром я ловлю. Вот специально сам для себя даже оставил. Шнурок в размотке 110 метров. В принципе, для такой ловли этого за глаза больше и не нужно. Ну, гляньте, летает. Ну, сейчас грамм кидаю, а до этого полграмма кидал. Что-то я цепанул корягу. На таком шнуре я вытащил монументальную корягу. Ну, вот, я на тот берег кидаю. Грамм. Грамм я кидаю под тот берег. Я еще даже чуть придерживаю, потому что иначе я сейчас в траву туда попаду. Опа, опа. Ух ты, сошел. Сошел, сошел. Брателла. Вообще, многие скажут, что это не ловля, что это извращение, что нафиг такую вообще рыбу ловить, лучше вообще ничего не ловить. А мне нравится, поклевок много, я хоть душу отвожу, хоть на поклевках, потому что у нас на водоохранке, я говорю, реально сейчас, ой, плохо с поклевками вообще. Ой, а здесь я хоть радуюсь. Прямо с-под берега. Опа. Есть. Ну, это что-то совсем мелко. Это прям совсем издевательство. Я просто тут немножко приболел.
простыл слегка. Поэтому в лодке некомфортно на ветру болтаться у себя. А здесь вот по бережку в тишине погулять. Ну, просто тоже сидеть все время неохота. Я хоть вот выбрался так, часок-полтора побегаю тут, погуляю. Вот, но уже надо заканчивать, наверное, будет сейчас. Скоро. Окунь клюет, что мне нравится вполне. Сейчас вот хочу мормышку привязать. Чуть-чуть помормышить немного. Как раз посмотреть, как этот шнур будет мне мормышку кидать. Ну, думаю, что будет прекрасно кидать. Так, ну сделал я мормышку с искусственным мотылем. Сейчас попробуем. Ох ты, класс. Летит под тот берег. Не, я шнуром доволен вполне. С моими хотелками мне больше и не надо. Если что, я лучше потом еще такой же возьму себе. Ну вот я смотрю на мормышку с мотылем, окунь как-то гораздо хуже отзывается, чем на вот эту и на маленькую танту, и на поляриса. Ну, опять же, осень. Сейчас еще пока осень. Вот зимой он лучше берет на мормышку с искусственным мотылем. А сейчас по осени видно ему это мелочь все. Ему хочется по приманочку покрупнее. Ну, я уже свои полтора часа тут нагулял. Буду потихонечку сейчас собираться. Что хотел сказать, шнурок реально прикольный. Бюджетный. Вот. Мне нравится. Пока что меня все устраивает. Но опять же, с другой стороны, про шнуры-то говорить. Это дело такое. Первая рыбалка. Может быть, он посыпется там через две рыбалки. Но 400 рублей – это 400 рублей. Это не 3000. Вот. Буду пробовать им ловить. Пока меня вот все устроило. Я даже мормышку зацепил и выдернул ее, вырвал. Вообще без проблем. Будем думать. Ну а засим, как говорится, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте все что угодно. Поеду домой. Пока. И даже просто ежика увидишь не везде. И все же для котенка. Приклять не воронеж.